Bruna, одна минута. Тоже такой поединок начинается с ловетки. Наносит Юрий сейчас вот несколько ударов. Давайте поддержим тоже бойцов. Хотя бы вот ну, такими редкими, но классными аплодисментами. А, не спешит атаковать Юрий, а я бы на его времени, на его месте бы спешил, да, и делал результат. Потому что рано или поздно надо вставаться, надо наносить удары. Это минута, ради которой надо выложиться буквально, не дать своему противнику шанс. Аплодируем! Вот это я понимаю, уже пошел бой, несмотря на такую погоду. Что бойцы? Готов? Готово? Бой. Бей, Полина! Смелее! Чаще мечом, мечом работаем! Боец в красном везет! Коля, смелее! Смелее, Полинка! Чаще, чаще мечом работаем! Колоть нельзя, только рубить! Вон Полина, бей пар, его по спине! Ой, сад во дворе! Остались те бойцы, которые будут уже оспаривать сегодня медали нашего традиционного второго ежегодного турнира Кубок Князя Владимира. И Лисоболелик, стальной котле Саратов. Максим Мулин, Нижний Новгород, Любен. Боец меня слышит? Боец меня слышит? Боец был готов? Был готов? Судя. Бой, время. Бойцы приветствуют. Начинают. Вот так вот сразу начинают бороться Нижнего Новгорода. Очень мощные бойцы, более как раз сейчас начинают бороться доминировать, да. Вот, хорошие удары тоже наносят, да. Бойцы выискивают буквально бойцы, но там очень, скажем так. Вот, хорошие удары бегают, но на ногу хорошие усилия проводят. Стоп! Стоп, бойцы, по удрам.